Пацаны и пацаны, родные, всем доброго, привет. Слушайте, мы с вами смотрим спидраны на ТикТоке и YouTube Shorts, а сегодня у нас будет, собственно, та же история, только уже в рамках канала KingDM. Оказывается, у него тоже есть шорсы, и не только у него, поэтому попробуем разные канальчики тоже именно в рамках вот тиктоковского, шортсовского такого контентика. Поехали, смотрим. Давайте оценим рабочие столы подписчиков. Так, сходу у меня вопрос. Почему у нашего бро в компе Porsche? Потому что он слишком хорош. Но прикольно. Монитор в целом дефолтный, разве что я не люблю укороченные клавы. Мышка тоже норма. Ты все таки как-то вот тут коврик стоит, меня прям напрягает, что коврик стоит и все мимо него. Балл из 5. Красиво. Называй... Обои прикольные. Ты меня душнилой, но я должен докопаться до клавы. Как люди обходятся... Такая маленькая, такая микроскопичка. Может, она лапками пишет? Может, это она? Я уже сразу определил, что это она. Может, это и не она, кстати. Без этой части клавы как? А зачем эта часть клавы? Мне, кстати, эта часть клавы вообще не нужна. По сути, эта часть клавы это как калькулятор для бухгалтеров. В основном, ну, изначально, я так понимаю, для этого. А комп мега красивый, и у него там 40-90. О, у меня, кстати, была такая же мышка от Razer, она имбовая. Так что 4 балла. Следующая у нас рубляшка. Короче. Чуть такое у меня. Капля какая-то, что ли? Капля, что ли, какая? Капля какая-то попала. Что за смех? Я еще не доделал. Но я вывел изображение на телевизор, и это будет третий монитор. Фига. Не знаю, в каких целях буду использовать, но буду. Это выглядит прикольно. Но буду. Довольно-таки. Ну, не знаю, как вам, но мне его сетап прям зашел. Я ставлю пятерку. Да, нормально. Давайте оценим работу. Поехали что дальше. Что будет, если украсть машину другого персонажа в GTA 5? Я взял Франклина. Слушайте, и... ну, справедливости ради, контент KingDM как будто создан для вот такого формата, тиктоков и шорцев. Угнал машину Майкла. Майкл звонит. Франки, звонит? Немедленно верни мою машину, или будут последствия. Теперь возьмем Тревора и украдем машину Франклина. Так. Ха-ха-ха, очень смешно. Посмеялись и хватит. Давай верни обратно мою тачку. А теперь что? Что будет, если украсть машину у Тревора? На этот раз угонять машину будет Майкл. О, он звонит. Но перед этим звонит. Не забудь скачать Ван Стейт по ссылке снизу, ведь это лучшая интеграция. Даже тут. Слушай сюда, Майки. Если не вернешь мне мою машину сейчас же, то я лично проведу твои похороны. Что будет, если украсть машину шутит, другого? Ставлю рубль. Дальше. Я думаю, то же самое, как на спидранах. Мы здесь прям где-то, ну, минут 20-30. Вот так примерно реактик будет. Если взять эвакуатор и присоединить к нему еще 4 эвакуатора, а затем делать круги, то вскоре у вас выключится гравитация. На этом... Как люди до этого дошли? Как? Вот кто конкретно это понял и как? На сайте для знакомств можно найти анкету жены Майкла. Если остановиться на светофоре и побибикать 3 раза, то можно начать гоу с NPC. Прикольно. На этой локации можно найти вот эту табличку, однако если использовать тренер и убрать ее, то под ней окажется запрещенный в США флаг конфедерации. На этой локации... А на ютубе он не запрещенный, надеюсь? В лесу можно найти золотой лафофор, сев который ты станешь йети. Почему-то, если посмотреть сквозь окно на этой локации, то через него не видно неба. На этом полицейском участке коп играет в Online RP. Это GTA Online, в котором можно поиграть... Ну понятненько, ладно. Я думаю, интеграционный момент мы будем пропускать так быстренько, да? Сколько законов было нарушено в трейлере GTA 6? О, итак, поехали. Нарушение правил дорожного движения. Еще... Там вообще все это одно сплошное нарушение закона. Еще одно нарушение правил дорожного движения. По-моему, вот это спорно. А что конкретно она нарушает? Незаконные уличные гонки. Еще 13 нарушений правил дорожного движения. Неповиновение сотруднику полиции. Появление в голом виде в общественном месте. Снова нарушение правил дорожного движения. Угроза жизни холодным оружием. Порча чужого имущества. Снова нарушение правил дорожного движения. Вооруженное ограбление. Еще 2 нарушения правил дорожного движения. И еще... Просто правила дорожного движения и их еб... Алла, понимаешь, в рамках этого трейлера. Но вооруженное ограбление. Итого за все вместе вам светит 127 лет лишения свободы. Со штрафом 34 миллиона рублей. Ну, примерно столько мы ждем уже шестую часть. Так что давай, быстрее, выходи. Законов было нарушено? Слушай. Слушаю. А как наш мозг запоминает, что мы что-то забыли, но не может вспомнить, что именно? Получается, если работник морга умрет, то ему все равно придется прийти на работу еще раз? Но это будет разрывная. Вот с этой начинай свой стендап. А ведь нам повезло, что моргание не производит шума. Блин, если инопланетяне прибудут на Землю, то нам придется объяснять, почему мы сняли сотни фильмов, в которых мы их убиваем. Если... Да, неприятное объяснение. Неприятный разговор предстоит. Собака понимает несколько человеческих слов, а я не понимаю, о чем он лает. Получается, он умнее меня? А можно ли... Да.
подавиться таблеткой от бессмертия и умереть. По-любому, чья-то мама использовала нас как хороший пример для своих детей. Ну, кстати, возможно. Возможно, мы были тем самым. Тем самым. Даже не думай спасать эту девушку в GTA 5. Хорошо. Играя за Франклина, можно наткнуться на бандитов, которые похищают девушку. И если разобраться с бандитами, то девушка попросит вас отвезти ее домой. Но если играть за Тревора и сделать то же самое, то на карте появится... То девушка просто сбежит от вас. Секретное место. И если отвезти ее туда, то выяснится, что она отравила и убила главаря банды, который был ее парнем. Просто потому, что тот не захотел ей покупать розовую машину. Причина, конечно, серьезная. Она убила чела, потому что тот просто не сделал подарок. А я ее выкинул с обрыва. Туда я, все. Базовая концовка шорса. На прицепе фейковые и не работают водии. Закидываем воду и... Оу. Да не, оно работает. Если вы стрелите из ракетницы в свой же парашют, парашют сломается. Мне конец. Что как будто бы ожидаемо. Если спустить танк на дирижабль, то от тяжести дирижабль упадет. Серьезно, он прям может упасть. Ты это обнаружил. Было бы прикольно там внизу смотреть на этот дирижабль, который падает. Выстрелил в игре. Гранат... В игре, если что, в игре. То она взорвется. Я врубил слоумо и... Не, вообще не работает. Олень быстрее поезда. Как бы это странно не выглядело, да? Но это реально правда. Но поезд как будто не спешит, он прям такой. Настройки можно найти ведро с бесконечной нефтью. Оу. Американцам ни слова. Лодки на... Дальше что, если едем? Не успей спасти Франклина, внеси отец и сын. О, это самое... Значит, я вот пятую так и не прошел до конца, но вот это где-то в самом начале было. Потому что эта миссия, она прям совсем недалеко в начале проходишь и... По задумке мы должны спасти Джинни, а затем успеть подобрать Франклина. А что, если мы не успеем? Я решил отставать... Мне кажется, я где-то до этой миссии доходилось, честно только. ...от яхты, чтобы Франклин не смог на нее запрыгнуть. Это продолжалось целых 5 минут. И в итоге запустилась вот эта катсцена. Какая? Но перед этим скачай Grand Mobile по ссылке в комменте, ведь там можно стать кем угодно. Почему ты сердишься? Главное, что я жив. Слушай сюда, мелкий говнюк. Этот пацан пожертвовал собой, чтобы спасти твою жирную жопу. И теперь мы его потеряли, как и мою яхту. Нам нужна такая озвучка полностью. Пятой части. Wasted. Что если телефон в GTA 5 имеет много секретов? Набрав этот номер, кроме того, что ваш телефон станет вдвое больше, так и над вашей головой произойдет мини-взрыв. Но можно ли им кого-то убить? Мистер Бист, ты ли это? Я заспаунил баллов на втором этаже и теперь позвоню на этот номер. Реально сработало? Еще крутая фишка, что каждый... Это оружие. Каждый телефон имеет реальный аналог. Телефон Франклина это Samsung Galaxy, у Майкла iPhone 5S, а у Тревора неубиваемая Nokia Lumia. Хотя он умудрился... Самая крутая, кстати. Сломать. А еще они защищают от пуль. А 3310 кого-нибудь будет? Телефон в GTA 5 имеет много так, секретов. Так, это все, это все. Как Far Cry 6 затроллил стримера. Ой. О, что ты тут делаешь, дружище? Как ты? О, что это у тебя? Что это за железный пес там? Железные псы какие-то бегают, что ли? Что это там? Не убегай от меня. Стой. У тебя там какой-то QR-код? Постой, не двигайся. Сейчас отсканируем. Так, так. О, черт, да тут похоже на видос. Видос? Так, сейчас чуток. Так, это рекрол. Делаю погромче. Пара-пара-пара. Классика. Что с лицом? Бум-бум, хорош. Бум-бум. Знаете, это тупой пес в любом случае. Как Far Cry. Пес нифига не тупой, он крутой. Это 60 секунд бесполезной инфы в GTA 5. Если на этой локации закинуть гранату под мусорку, то она раздвоится. Главная фотка с девушкой нарисована неправильно, ведь город в другой стороне. У копов в кобуре Glock 18, но стреляют они с беретой М9. Спасательный круг тонет в воде. На этой локации... Жесть. Спасательный круг. У тебя одна... Раб, одна задача, блядь. Выстрелив в баллончик с краской, из них постоянно брызгают разные цвета. В то время как в других местах она всегда синяя. На заднем дворе этого дома можно найти гигантские шахматы с фигурками Будды. Каждый год с 31 октября... Я уже думал, сейчас отсылочка к Гарри Поттеру будет. Прямо в полночь можно увидеть летающую тарелку над военной базой, которая исчезает через 5 секунд. На этом полицейском участке у копов женские голоса. Hey, what up, у всех? Ровно в 19.00 все ставни на площадке пирса закрываются. Интересный, конечно, полицейский, интересный полицейский департмент. Актер, который сыграл Франклина и озвучил его, уже озвучивал вот этого бухлиша из банды Grove Street в GTA San Andreas. А еще он... Фига, прям, это круто, я не знал. Двоюродный брат актера, который сыграл Си Джея.
Когда прыгаешь водоем в гольф-клубе, активируется... Это ж прям балдеж. Багованная анимация прыжка. Это 60 секунд. А может он докатил? Давай проверим твои знания в оружии. Ну поехали, я ни черта не знаю. Что будет, если вы стрелите из подствольного гранатомета в стену? Ничего хорошего. Он взорвется, пробьет стену, или ничего не случится. Нет, ничего не случится, это точно не оно. Она взорвется, да, пробьет стену тоже. А это может быть вообще одновременно. Да. Ну, во-первых, стоит отметить, что в играх, да и в реале, оно супер имбовое оружие. Ну да. Однако правильный ответ это... Жестко. Ничего не случится. Сейчас объясню. 40-миллиметровый боеприпас достаточно мощный, но чтобы... А, он типа не взорвется? Солдатики себя случайно не взорвали, боеприпас имеет особую конструкцию, которая взрывается только на 15 метрах от выстрела. Прикол. Поэтому выстрел... Стрелив ближе, чем 15 метров, он просто не... Ну, в голову тебе отскочит, я не знаю, в лоб. И шишку словишь. Взорвется. Нормально. Давай, пуп, если спрыгнуть с водопада на каноэ, то ты не получишь урона. Вроде... Не в реальной жизни. Речь об игре. Должно получиться. О, не-не-не, стоп. Пошел. Влезавшись человека у перил, он их сломает. Туда его. Правда. Выстрелив из пушки в стену, пушка взорвется. Скорее стену пробьет. Что? Стена из обсидианта, что ли? Выстрелив в центр капкана. Но это старые добрые классические непробиваемые стены, текстурки вот эти. А нам он сработает. А я думал он статичный. Кайф. Пушка взорвет поезд. Мне казалось, рикошетит. Гуляй, ряд... Поезду вообще плевать. Там с быком в красной одежде он тебя ударит. Ему вроде пофигу. А, не, нифига не пофигу. Поставив динамит на костер. Я думаю, а там есть разница в какой одежде именно? Ты в красной будешь или вообще в любой? Он взорвется. И... Наверное, динамит бракованный. Если спрыгнуть с водопада на каноэ, то ты не получишь урона. Так, это было, 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 было. Что будет, если убить всех трех главных героев одновременно в GTA 5? Герои же такие. Чего? Так, погоди. Нравится тут реакции. А на Бусти их еще больше. Там и аниме, и ФНАФ, и сериалы, и мультики. В общем, еще много эксклюзивного контента от Восьмеркина. А ссылочка, конечно же, внизу в описании. Самоинтеграция на этом все. Счастья, радости, удачи. А это вообще возможно? Увы, если долго стоять рядом с другим персонажем, то он тебя вырубит. Поэтому я с помощью тренера создал комнату, в которую можно войти, а вот выйти уже не получится. Ой-ой-ой. Далее наполнил его бомбами-липучками и бензином. Я закинул сюда Майкла. Это прям Sims уже какой-то. Ну а наш Франклин Юза РПГ устроит кабум. Кабум. Момент истины. И 3, и 2, и 1, и... Серьезно? Hello? Серьезно? Пацаны, у меня игра зависла. Ну хорошо, хоть комп целый. А что будет, если убить всех трех? Мы улучшим логотипы известных брендов с помощью Midjourney и будем оценивать от 1 до 10. Поехали. Бургерки. Жесть, тут прям разброс, ребят, тематики, шортсов. Это и игры, и не игры. Ну, в основном, конечно, игры. Кинг. Давай. Поехали. Ну, тут язык не повернется назвать его гопом. Я только заметил маленькую корону на бургере. Такое маленькое-маленькое. Но это дорого-богато, так что 9 из 10. Это прям, знаешь, это выглядит логотип как для какого-то богатого, реально дорогого бургера. То есть вот есть у них какие-нибудь такие, да, выебистые, типа, с трюфельным соусом, еще что-нибудь такое. Вот это прям вот, у них должен быть свой логотип, что, понимаешь? Мы кривожубые крестьяне ели вот с обычным логотипом, а рядом, значит, бояре стояли такие... Откусывали и прям вот демонстративно, чтобы ты видел, что там даже логотип другой, богатый. Систем Принглс. Для меня одного чел в Индии напоминает. Ну, такие чипсы я бы купил, так что это 7 из 10. Ну, это прям какой-то такой, знаешь, чипсы с фермы. Систем Мазила. Хорош. О. Глаза, конечно, это прям по красоте. Это, конечно... Ну, это красиво выглядит, это как прям артик такой. Не идеально, но тут 10 из 10. Steam! Ах да! Ну-ка. Используя мой промокод в лучшем РП на Android Grand Mobile на 03 сервере, можно стать кем угодно! Ссылка в закрепленном комменте. Блин, он не поместил поршень влога. Но выглядит прикольно. Если взять и дополнить с помощью того же Photoshop Generative Fill, если просто взять и дополнить эту картинку с помощью нейросетки, короче, будет, мне кажется, балдеж. Если объективно, он получился довольно-таки брутальный. Тут крутой, 8 из 10. Да, хорош. Мы улучшим. Ой, слушай, а мне понравилась эта форма. Можно вот этого побольше? Это прям кайф. Это самая высокооцененная игра в Стиме. Ну давай. Но ты в ней ничего не делаешь. Игра называется Placid Plastic Duck. И я не шучу, вы что? Только можете смотреть, как уточка плавает в бассейне. А что значит самая высокооцененная? То есть ее купило дофига людей и оценили очень высоко. А возвраты были? Не. И иногда еще с неба падают другие уточки. И кстати, это стоит целых 2 бакса. Ты заплатил за это 2 бакса? Да. Но у нее крайне позитивные отзывы. И на 2023. А что плохого о ней сказать? А что вот, что ты плохого скажешь об этой игре?
Игра уточка, как уточка. Тигот, она самая высокооцененная игра в Стиме. Что странно, ведь ты только можешь смотреть. И да, я вернул свои 2 бакса. О, вот он, ревот он, наш маленький возвратчик. Ладно. Это самая высокооцененная. Я закину всех мобов из Майнкрафта в нейросеть, чтобы посмотреть, как бы они выглядели в реальной жизни. О, поехали, вот это интересно. Эндермен. Так, а... Сужда... Таю на всякий случай, но блин, чел, так-то 10 кубиков. Ну, сразу видно, из Майнкрафта прибыл. Глаза топовые. Это его кубики, это отсылка к Майнкрафту, вы не понимаете. Ну, это 4,5 здесь. Овца. Блин, у него как будто... Ой, это мило. Вьетнамские флешбеки. Ну, он так-то милый, так что 2 звезды. Прям кайфовый, слушай, мне кажется, такого прям в Майнкрафт нужно добавить. Зомби. Блин, я не знаю, вы... Слушай, хорошо, мне нравится, что вот эти кубические элементики сохранены, и зомби, и, блин, это как будто какая-то... Вообще выглядит как персонаж какой-то мобильной игры про зомби, но мне нравится, что отсылки к Майнкрафту присутствуют, понимаешь, вот эти всякие углы, квадратики. Вы знаете про этот мульт или нет, но он точь-точь как Распутин из мультика «Анастасия». Блин, ну как оля... Я слышал, кстати, про этот мультик, но не смотрел. Вышла. Я поставлю 3,5 звезды. Стив! А, кстати, используя мой проб... Я это уже гикачатый Сангайо. Ну этот Стив разъебят пораста любого. Цените качество алмазной кирки. Ну тут уже... Круто, слушай, мне нравится, что его лицо, оно еще этого напоминает из... Думгая, короче, из старых думов. Да, прямо оно. В доме Майкла в GTA 5 можно найти этот мячик для йоги, который лопается при малейшем прикосновении. Но как далеко его можно пронести абсолютно целым? Задаемся сегодня важными вопросами вообще-то. Бить его по земле займет вечность, да и он сразу лопнет. Поэтому я заспаунил трамплин, пригнал пикап, открыл багажник и с точностью загнал мяч в... Ладно, пикап, это не обидно. Вариант. Я пригнал грузовой вертолет с тросом, вытащил мяч из дома, докатил до теннисного корта, и я надеюсь, смогу его зацепить. Осторожно. Реально можно зацепить мяч? Хорош. А далее я отправился прямиком на гору Чилиа. Я его спущу на этот балкон. Этот мяч попутешествовал больше, чем мы с тобой. Он и наш рекорд будет официально побит. Жизнь. Осторожно. Есть! А теперь я его сам сорву. В доме Майкла в GTA 5 можно найти этот мячик для йоги. Но этот шар был взорван счастливым. Он увидел горы. Это 60 секунд бесполезной инфы в GTA 5. Поехали. Если на этой локации закинуть гранату под мусорку, то она раздвоится. Подожди, это было, мы видели. Это все, давай проверим твои знания в оружии. Что будет, если вы стрелитесь по... Слушай, а что, подожди, они по кругу пошли. То есть у него все закончились шорты? Если спрыгнуть с водопада на каноэ... Видели. Что будет, если убить всех трех главных героев... Видели. Мы улучшим логотипы из... Да, все шорты посмотрел. А я думал, у него их больше, если честно. Сейчас, конечно, проверю, но может быть что-то и не то. Не, все то, реально, это все шорты. Я думал, у него реально их больше. Ну что ж, мы посмотрели все шорты KingDM'а, ребята. И, в общем-то, да, если хотите, чтобы мы продолжали смотреть шортики, тиктоки, вот это все, то показывайте, что вам это интересно, активчиком. Ссылочка на оригинал, на сам канал, откуда, собственно, все это было сегодня, внизу, естественно, тебя пальчик, комментарий, подпишись на канал, чтобы ничего не пропускать. Зайди обязательно в Telegram, чтобы не пропускать информацию про ролики, реактики, стримцы, в том числе, которые проходит не часто, но проходит. И есть ссылочка на Boosty, где выходят реакции на то, чего нет на Ютубе. Это анимешки, фильмы, сериалы, мультфильмы и все такое. Все. Увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь.